перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Вот нашу, не знаю. Мне очень нравится. Нравится. Ну как нравится? Хорошая музыка, три бенгера есть. Не забывай. Одно я знал. Улети. Прекрасно. Прекрасные три композиции, которые качают до сих пор. Честно, сегодня пробежался по релизу, на мой взгляд. Ты наконец-то избавился от влияния этого, господи, как его зовут, Тори Лэнза. Немного другой звук начал выдавать, я очень за него рад. Это пиздец просто. Так просто... на русском слышишь, иди нахуй. Я по утрам молюсь, чтоб жили мы в достатке. Не твоя мода не упала, я не гангстер. Я тощий белый, но живу как будто в сказке. No haters, just pray they can prevent it. I'm so addicted to getting it, I need intervention. The hottest spit in your favorite rapper, scared to admit it. Have mercy, let me bow my head. Называется «Найди 10 отличий», как бы. Это новый трек T-Fest и старый трек Ace Hood. Ну или что там, я не знаю. Вот. Блядь, вот такой вот русский рэп. Это представьте, это то, блядь, как бы, ну я вот не слушаю русский рэп. А, блядь, представьте, сколько мы еще не знаем такой хуйни. Но я вам скажу, T-Fest это пиздец полный. И как бы... Каково тебе потом слушать просто этот музон самому, зная как бы всю хуйню. Ты своим там друзьям ставишь, они слушают тоже эту хуйню. Вот. T-Fest, да, молодец парень. Крутой трек у него один есть, называется «Не забывай». Как ты относишься к T-Fest? Отлично, хороший пацан. Хорошим творчеством. T-Fest подписался на ГАЗ. Ну, не знаю, нет, ГАЗ это более-менее как-то снисходительный лейбл. Он не заставляет артистов, что-то делать. Почти. То есть вот, ну, Скриптониту, например, вообще полный, у него полный этот, блядь, полная свобода в выборе, полная свобода действия. T-Fest, не знаю, вот это «Улети», как бы начинал вроде... Бля, я даже не знаю, как его зовут. Начинал он вроде как с этого. С чего? Типа начинал с рэпчика такого, типа, блядь. А потом вот это резко «Улети». Ну, коммерческая песня. Я понимаю, да. Зато она принесла ему известность. Это хорошо. Ну, чисто коммерческая песня. Моя любимая фраза вот эта. Пока! Я прощаюсь с людьми довольно часто так. Ну, коммерческая песня, конечно, да, в сторону, ну, типа, если репутацию рэпера гробит, но зато принесла известность всероссийскую, ничего там плохого нет. Коммерческие треки должны существовать, конечно же, вы чего, блядь. Всем же нужно покушать, всем нужна еда. А музыка сейчас это, ну, довольно богатый рынок, наконец-то, блядь. Если никогда, если всегда артисты были бедные, нахуй. Сейчас они наконец-то могут позволить себе дохуя. И это очень меня радует. Это значит, мы растем, наша страна растет в плане отношения. Что-то я слишком серьезно пизжу, давайте про пенисы, что-нибудь про пенисы. T-Fest за Украине пишут. Ну ладно, хорошо. Я очень рад. Нет, никто не слушает никакой «Каспийский груз». T-Fest, я люблю этого парнишку, все знают, но... Он делает музыку для подростков, и это круто. Вот. Она тоже не вылетает за рамки, я не знаю, никаких там взрослых девушек, которые на полном серьезе будут слушать какой вообще что-то из рэпа. T-Fest нормально. Молодняк, молодцы. Да тот же T-Fest, допустим, к которому я как бы отношусь непонятно, но его песня, как там, «Улети, не вспоминай меня». Как бы все поем и радуемся. Но это уровень. Какой-никакой, ребят. А есть
безвкусица, без уровня, просто, я не знаю, вульгарная залупа, которая приносит в данный момент деньги. Как тебе Тифест? Мне не нравится Тифест. Ну, типа, я знаком с ним, никакого дисреспекта там, тыры-пыры, но музыка не моя. Тифест. Мне нравится то, что делает Тифест. Крутой молодой исполнитель, харизматичный. Тифест говорил уже, то, что изначально, когда, ну, как сказать, только заявил на себе, только шок о нем заявил где-то. Ну, более такое, знаешь, крутое впечатление производил, потому что чувак, ну, знает, что он хотел нести. А сейчас, ну, подписали его, как бы, на Love Radio я услышал его песню недавно, то есть в ту степь его... Не то, что его понесло, а тут, как бы, расширение аудитории, это все адекватно и понятно. Ну, блин, красавец в любом случае, в том плане, что о себе он заявил и делает хорошие песни. Вот, а... То есть, что именно слушать у него интереснее, ну, наверное, то, с чего он стрелял. И то, как бы, я бы не сказал, что там прям все нравится, просто прикольно. Творчество Тифеста мне уже не нравится. Ну, потому что когда жестко там... Ты уже слышал что-то подобное у американцев, ты думаешь, странно все это, некрасиво так воровать, наверное. Не знаю. Я так, ну, я не знаю. Когда ты слышишь что-то откровенно похожее, и прям вот так вот, наверное, это не очень красиво. Не знаю, не для меня эта тема. А вообще мне понравилось. Голос такой был приятный. Но вот если бы не эти моменты... Про Тифеста. Вот, что хочу сказать. Сейчас я был в клубе Red на солдаутовом концерте нашего дружани Тифеста. Просто супер. Если хотите посмотреть, как все было, зайдите в трансляции сохраненные, посмотрите. Там это было просто супер. Приятно, что так вот все складывается, и такие талантливые люди появляются у нас вообще и в мире, и удается с ними посотрудничать, поработать здесь, на Газе у нас. Так что вот так вот, очень приятная новость. Вторая. Тифест охуенный пацан. Ничего, вообще ничего плохого не могу сказать про Тифеста. Тифест нормально послушал. Нормальное дерьмо. Кого еще? Тифест. Да, Тифеста я вот, если вы читаете меня в Твиттере, я писал, что у него был очень крутой тракт. Тракт. Как к Тифесту отношусь? Нормально отношусь. Молодец паренек. Украинец. Пробился себе. Обнуление касс, наверное. А ты, Леха, работаешь в АТБ? Не, я не знаю, Тифеста, мы один раз в жизни виделись, и как бы это нельзя назвать знакомством. Вот, если вам нравится, как бы, ну, в добрый путь. Да, с Тифестом тоже знаком. Тоже простой, хороший парень. Тифест. Ну, я слышал только один трек у Тифеста. Улетай, что-то там, и не забудь, или как он там. Прикольный ты человек, мне понравился. Тифест нормальный пацан, хорошо стиль есть у него. Я же сказал, Тифест нормальный парень. Подает хорошие вообще надежды. Но надо посмотреть, что с ним дальше будет. Как относишься к Фейсу и к Тифесту? Ну, мне не очень нравится новая школа, потому что она тупая. Но Фейс, Тифест, это круто. Типа, по большей части новая школа, она очень сыроватая. Вот, но очень много крутых чуваков. Очень много. В новой школе мне не нравится простота, наверное. Вот именно незапаренность. И типа, ну, никто над текстами не ебется. Вот. Прям как я, знаете, не ебусь над текстами, потому что такой, эй, Рикев! Наверное, это уже не смешно, да? Наверное, это уже не смешно. ATL, ну, я не знаю, это разве новая школа? Не, новая школа, я говорю про ребят, которые на Эдлибах держатся, типа вот на этих... Ки-ги-две! У-у-у! А-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Щи-би-би-би-би-би! Ап-ап-ап! И там как бы в основном Эдлибы, ну, то есть вот эти странные звуки, а не текстовая составляющая какая-то. Ну, Тифест крут,
Да. Подписку даешь? Он дает за подписку, нормально. За подписку. Да, я с Тифестом общался, он говорит, блядь, вообще, типа, нормально делает. Нормально, ну, типа, все так делают сейчас, да? Я не знаю. Или он особенный? А это вопрос уже... Ну, ты вот скажи вот мне по чесноку, ты считаешь Тифеста особенным? Я считаю его уникальным. Уникальным, да? Я считаю, никогда больше не будет такого артиста уровня Тифеста. Ну... Я бы с тобой поспорил, но, скорее всего, ты прав, да, потому что, тем более, после того клипа в этих песчаных дюнах... Это замечательный клип. Замечательный клип, это пик совершенства, это просто... Я считаю, что человек, который снимал, он сделал... Ничего не сделал. Вообще, абсолютно ничего. Все, сделал. Подожди, прекрасный голос. Я чуть, блядь, соплю не подаю. Прекрасный голос. Прекрасный голос.